А сейчас, дорогие друзья, перед вами выступит лауреат международных и республиканских конкурсов камерный ансамбль «Классика». Ансамбль, вписавший свою страницу в истории музыкальной культуры нашей области и города. Художественный руководитель, отличник культуры Владимир Баяндин. Музыка Антонио Вивальди, концерт соль минор в трех частях. Thank you.
Антонио Вивальди, ария Руджера. В сопровождении ансамбля «Классика» поет Батыржан Смаков. Oh,